Молодец. Отлично. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Не бойся. Верь мне. Работай пока. Я с тобой свяжусь. Как вы уже могли догадаться, мы снова с Асиней. Всем снова привет, с вами снова Дезертир и снова Assassin's Creed 4 Black Flag. Ну что ж, поехали дальше, и я надеюсь, вам понравится. Я предчувствую беду. Ты пострадаешь. Я не переживу. Я буду осторожен, обещаю. Как только обустроюсь, я пришлю за тобой, клянусь. Кэролайн, уходи! Не мучь себя! Незачем лгать, Эдвард. Ты хочешь гоняться за ветром. Я тебе ни к чему. Поверь в меня, Кэролайн! Без твоей веры я ничто. Такая сейчас была частичная подгрузка анимуса. Итак, Насау, Багамы, июль 1718 года. Решил доверить чувство бумаги? Просто весточку домой. Я думаю, она давно забыла. А, твое сердце слишком жестоко. В остальном же он излишне мягок. А вам-то что до того, где он размяк, мистер Рекхэм? Хочешь знать мои секреты, да? О, да. Хоть маленький намек. Или солидный, если вы истинный джентльмен. Дай руку. О! Что это? Может быть, корабли заходят в порт? Господи. Ну что, пойдем выяснять, что там. Насколько я понимаю, в любом случае ничего хорошего. Но нам все равно надо выяснить. Воу. Что-то многовато кораблей, на мой взгляд. Да, будь я проклят. Георг устал от наших проделок. Что за тип? Капитан Вудс Роджерс. Не попасться бы ему на глаза. Желаем говорить с теми, кто называет себя правителями этого острова. Чарльз Уэйн, Бен Хорниголд и Эд Тэтч. Объявитесь, господа. Насчет помилования небось. Что это Хорниголд делает? Червяк трусливый. Что же вы задумали? Благодарю вас за радушие, капитан Хорниголд. Я полагал, прием будет не слишком теплым. Не путайте вежливость с почтением, губернатор. Я согласен вас выслушать. Но не тешьте себя иллюзиями. Хорошо сказано. Такой честности я не ожидал ни от кого из пиратов. В свою очередь отнесусь к вам с уважением. Вот увидите, губернатор Роджерс. Эти крысы еще покажут зубы. Ну же, коммодор Чемберлен. Я дал капитану Хорниголду слово, что мы будем беспристрастны. Это вам не поможет. Такие, как он, пятно на репутации его величества. Опухоль для нового света. Король хочет истребить их, скажем прямо. Это городская площадь? То, что нам заменяет ее. Не слышу. Здесь грязь, как в коме. Капитан Хорниголд, созовите людей. Рекхэм, Бэйн, быстро к губернатору. Прихватите Бёрджеса и Кокрема. Кенуэй, верно? Наслышан. Капитан Кенуэй. Надо быстрее успеть.
И не церемонтись с этим отродьем. Да как, ё-моё. Ладно, будем косячить и дальше, ничего страшного. В этом я не вижу. Зря ты сюда полез, чувак. Умри ты, ё-моё. Да, все. Но король не преуспел на сём поприще, верно? До сих пор все попытки были тщетны. Думаете, что говорите, губернатор? Вы здесь по его воле. У меня свои методы, коммодор. Будьте любезны уважать их. Так, пока все тихо. А ну расступитесь! Дорогу эмиссарам короля! С дороги, отродье! Живо! Мы ведем переговоры с теми, кто правит этой общиной. Остальные могут продолжать заниматься своими обычными делами. Ну же, прочь! Прочь! Коммодор Чемберлен, проследите, чтобы всех купцов, каменщиков и плотников собрали и привели ко мне нынче днем. Нам нужно будет восстановить эту крепость. Нужно изъять оружие, губернатор. Объясните императорам раз и навсегда, что не стоит связываться с эмиссарами короля. Не следует настраивать людей против нас. Мы лучше вооружены, однако нас могут взять числом. Медленно, но верно убедите их. Вот нас нет. Ауч. Какой вздор. Затопим все корабли, что ходят не под флагом короля. Отступим иначе, покажем им свою слабость. Замолчите! Я губернатор на службе у... Да, сэр. Все предельно ясно, сэр. И что, ты меня убить хочешь, засранец? Ладно, будем продолжать дальше слежку. Вот наши позиции, коммодор. Все готово. Губернатор Роджерс считает, эти глупцы чего-то стоят. Какой вздор. Вернитесь на пост и ждите приказа. Так, что дальше? Ну? Стражников убить со ступа, значит, говорите, да? Окей, здесь не пройти. Лучше искать обходной путь. Естественно, я, конечно же, попал в закрытую зону. Здесь вот можно попробовать так. Нет, получится. Видимо, нам нужно пройти дальше. Эй, потише, чувак, ты меня не видел.
Так. Ты будешь, скорее всего, первым, кого я убью со ступа. Мо! Мо! Но... Офигенный дождь, мне еще нравится, классно выглядит все. Вот ты и попал. Ну, здесь как самое интересное, ничего такого нету. Ладно, лезем дальше. Сказано, троих убить. Убьем троих. Так. Эй, чувак, ну зачем ты туда-сюда ходишь? Всем документам обещаю, что в случае, если всякий из названных пиратов до 5 сентября 1718 года от Рождества Христова даст любому из министров Его Величества в Великобритании или Ирландии, или же любому из губернаторов и заместителей в наших колониях, таким образом, всякий пират или пираты, сдавшись на условиях, зачитанных ранее, получит или же получит королевское помилование за все нападения, совершенные до 5 января года, следующего за нынешним. Что-то как-то не верится. Этим документом также предписывается всем адмиралам, капитанам и другим морским чинам, всем губернаторам, командующим фортами, замками и другими укреплениями в заморских колониях, и всем офицерам и государственным служащим не колеблясь брать в плен тех пиратов, что откажутся или не пожелают сдаться. Я так понимаю, что мы к этим пиратам относимся. Так. Да, тут можно пройти сюда. Попробовать убить этих двоих. Вот с тобой у меня будут большие проблемы. Или не будут. Так, надо еще постараться вырубить колокол. Посмотреть, где здесь ребята. Тихо. Вот следующая жертва. А, черт. Умрешь ты, чувак, ты умрешь. Оу. Так, я там смотрел, здесь были орудия расставлены еще. Оу. Тебе так обойти бы. Попробуем это сделать поаккуратнее. Пока этот не видит. Готов. Следующий. Смешно, но он этого не видел. Ладно, не важно. Так. В
идеале надо это сделать более аккуратно. Насколько это вообще возможно. В любом случае стараемся сейчас убрать вот этого. Готов. Теперь ныкаемся. Черт, нас заметить могут. Или не могут. Понял. Готово. Ну, теперь эти ребята меня точно не заметят. По идее. Да как так-то? Все. Примите королевское помилование, господа. Обдумайте все, прислушайтесь к голосу разума. До того времени вы все пленники Наносау. Как ни прискорбно, но королевское помилование – ваш единственный шанс. Губернатор слишком добр к вам, червяки. Передайте своим. Если не примете помилование, мы сотрем этот городишко с лица земли, а всех вас вздернем к чертям! Тихо, коммодор. Мы глашатые, а не палачи. Пока. Благодарю, сэр. Храни вас Бог. Я думаю, для нас это знак свыше. Примем помилование и сохраним остатки ну, чести. Ну нет. Я ни за что не сдамся этому хлыщу. Не глупи, Вейн. У нас была редкая возможность, шанс из ничего создать свое правительство, которое возглавят те, кто прозорлив. Прошло 2 года, и что? С меня хватит ошибок. Он дело говорит, а вы боитесь признать. Адьё, вы чертовы пропойцы. До встречи на плане. До встречи в аду! Глупцы! Мне нужно выпить. Вот такая вот интересная миссия, на мой взгляд. Люблю вообще убивать и проходить более-менее тихо, если у меня это получается. А здесь это вроде более-менее получилось, не за исключением слежки. Хотя оценку, я думаю... Можно было даже на 4, но это уже не важно. Так, схватить и ограбить посыльного. Откуда мы его увидели? Оу. Stand still. Оу. Готов. Итак. По-моему, вниз лучше... не прыгать, но да, более-менее нормально мы это сделали. Оу, вот где можно было прыгнуть. Ладно, это не так важно. Все эти части тем более можно собрать потом когда-нибудь. Что ты здесь делаешь? Ты должен умереть. Вопрос, почему могу ответить? По той причине, что ты за других. Так, сейчас быстро надо обследовать всю эту часть. Чтобы в следующий раз здесь мы уже все видели. И было бы хорошо осматриваться. Ну, кстати, я вижу музыку. Ну, листок музыки. Пиратские песни — это весело, поэтому можно его тоже попробовать взять. Он находится вон на той крыше. И мы сейчас это попробуем сделать. Так, надеюсь на то, что я в нужном направлении. О, даже еще лучше. Видите, как иногда полезно пытаться что-то взять.
Так, тут у нас игроки, выпивка, можно купить информацию, можно нанять бойцов. Что у нас еще здесь есть? Больше, по-моему, ничего интересного. Давайте пойдем тогда к все-таки знаку восклицательному и начнем миссию. Пороховой заговор. Надо же. Вот Иуды. Тошнит, как подумаю, сколько раз я мирился с этим самодовольным трепачом Хорниголдом. А вы человек принципа, капитан Хорниголд. Полагаю, вам я смогу доверить мои планы. Справимся, Чарльз. Надо верить. И честь сохраним. Вот это вера. Поделишься своим планом? Покинем Нассау, это очевидно. Уйдем в ночи, перегруппируемся в бухте. Так, и дальше что? Англичане разгрузились на берегу. Нам надо украсть пороху и смолы, сделать брандер, да направить его на блокаду, разнеся ее к чертям. Ага. Возьмем корабль Рекхема. Капитан он аховый. Моя совесть чиста. Ладно. Значит, ты иди за порохом, а я достану смолу. Ну что, ребят, давайте пойдем за порохом, украдем все к чертям у этих англичан и уничтожим весь их флот. По крайней мере, я на это надеюсь. Итак, что мы можем здесь увидеть? Минус. Минус. Благо, здесь на острове одни пираты, поэтому меня никто не подозревает. Все отлично. Да вы что-то сказали, ребят. Я не расслышал, извините. За порохом, видимо, дальше следует, чем мне казалось. Оу. Готово. Удерживать, чтобы украсть. Окей. Всего одна бочка пороха. Круто. Оу. Оу. Что-то там их дохрена больно. Хотя, может, она где-то там. Да нет, вроде дальше. Давайте выйду на всякий случай, а то вдруг я не там, где надо, и в итоге мне же хуже. Так, посмотрим, что у нас вообще здесь есть. 120 метров. А до этих целей сколько? Так. Ага, вот. Так, сначала сюда пойдем. Потому что все-таки эта цель дальше, а те две вместе. Поэтому я думаю, что это будет логично. Так. Надо обходить все. Блин, вдвоем не факт, что я их убью. Убил нормально, все отлично. Так, теперь ты, чувак. Готово. Следующий. Кто же будет? Черт. Как же мне это? Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Надо бы это как-то сделать. Поаккуратней. Например, вот так. Надеется, что нас не заметят. О, черт, они выше, чем я думал. Эстфорд для собак! Оу. Он там, мэтт! Не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо. Пошёл вот. Отлично.
О, кстати, здесь еще можно и осмотреться заодно. Вообще супер. Ну, главное то, что они нас не скинули, то, что мы не упали, и все круто. Так, осматриваемся, я надеюсь, прыгаем вниз и добиваем того громилу. Или сейчас посмотрим, будем ли мы вообще вниз прыгать. Да, так, прыгаем вниз. И сейчас мы попробуем добить вот этого громилу. Стоит ему только отвернуться, как мы тут же за ним выскочим. Примерно так все и сделаем. Там снизу еще два человека, но до них нам далеко, да и смысла особо в этом нету. Еще двое. Ну а с вами я как-нибудь уж доразберусь, ребятки. Эй, тихо, тихо. Собственно, как и сказал. Итак, нам сейчас нужно забрать эту бочку. После чего нужно забрать вон тот кладик. И пойти к следующему месту. Потому что выжидать здесь я не имею никакого желания. Девять улучшений у нас доступно на данный момент. Это хорошо, это круто. Ой, я лоханулся. Чуть совсем не упал. Надо потом будет изучить Насау получше. Не знаю, возможно, я это сделаю просто так. Возможно, без вас. Давайте боем пройдем. Там сейчас чувак позвонит в подкрепление. А мы такие типа молодцы. Оу, я ж так упаду. Черт, и вправду упал. Ну что ж, давайте повеселимся. Я надеюсь, что повеселимся. Хотя вроде ставил контратак. Оу. Следующий. О, тихо. Ну что ж ты меня так, а? Засранец. Ладно, будем веселиться по-тихому. По крайней мере, стараться веселиться по-тихому. Так, у нас опять же две точки осталось. Это хорошо. Причем, видимо, бочонки сразу в одном месте, я так полагаю. На той ферме. Или это не ферма, хрен его знает. Но попробуем. Stop you! You're mine! Попробуем всех перебить. Нет, ну вот это, конечно, напрягает, когда тебя стреляет из ниоткуда человек. Нет, ты не успеешь выстрелить, засранец. Что приятно. Оу. И как это вообще? В чем прикол? В общем, ладно, пусть ребята за нами забираются сюда. Ну а мы их уже отсюда будем скидывать. Ты потише, чувак. Готово. Следующие. Тебя я, конечно же, не достану, да? Ну, конечно же, кто мог подумать.
Так быстро от него смотался. Ладно, не важно. Мы установили здоровье, мне сейчас надо убить того чувака на крыше, потому что он меня сильно напряжет, я думаю. И вот этих двух громил, кстати, желательно тоже. Быстрее, 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 быстрее. Не успел, черт. Ну беги, чё ты встал-то? А заодно здесь можно ограбить. Это. Готов. Следующий. Как-то я быстро его убил. Все. Отлично. Так, надо уничтожить колокол. Готово. Фуф, этих двух успел убить, этот не так страшен. Ну вот. Все отлично. Я не понял, как я это сделал, но, видимо, это было как-то по-читерски, ладно. Я каким-то образом пристрелил того парня и после этого застрелил второго. Ладно, чисто в теории. Вот этого человека должны быть ключи от сарая. Почему-то у него их нету. В связи с чем я не могу зайти вот в этот сарайчик. Возможно, мне просто нужен какой-то другой человек. Но это уже не важно, потому что выяснять я не собираюсь. Так, что-то как-то у меня странно подгрузка идет. Воу, ребят, как-то вас много, вам не кажется? Давайте мы обойдем. Убьем вот этого парнишку. Ага. Вот в чем дело. Нам надо как-то. Готов. Успел. Не успел. Оу, кто в кого типа выстрелил? Так. Отходим от здоровяка. Тем более, что их снесло. В любом случае, со здоровяками лучше биться аккуратно. Воу-воу-воу-воу-воу. Без проблем, парень. А, отлично. Все, мы все сделали. Теперь можем спокойно обворовать их. Спереть, так сказать, последнюю бочку с порохом и на этом, наверное, завершить наше задание. Не использовал дротики, не использовал убийство в одной серии четырех сразу человек, поэтому у меня нет полной синхронизации. Возможно, я так и сделаю когда-нибудь потом. Миссия мне в целом понравилась, подтвердить. И на этом, я думаю, все. Спасибо, ребят, что вы смотрели эту часть. Я надеюсь, вам понравилось. Всем пока. С вами был Дезертир. Всем удачи!